В поселке Палих Ивановской области каждое лето перебои с питьевой водой. Всему виной старые водопроводные коммуникации. Очень частые аварии, прорывы труб ведут за собой недельные перебои с холодной водой. На данный момент воды нет 6 дней подряд. Жители Палиха взывают о помощи. На улице Чапаева давно уже нет воды. Очень хочется, чтобы была, хотя бы немного. Гагарина нет воды. На Карл Маркс нет воды. Я живу на улице Титова, и у нас тоже нет воды. На Первомайской нет воды. Я живу на улице Титова, и у нас тоже нет воды. Я живу на улице Зиновьева, и у меня нет воды. Нет воды здесь, нет воды там. Чем нам умываться по утрам и вечерам? Нет воды здесь, нет воды там. Пусть бытует мнение, что мы... Нет воды здесь, нет воды там. Что опять за что, черту дерну 100 грамм. Сделаем однажды, поднимай бумажки. Все равно умрем от жажды.